Подобной церкви нет во всем Краснодарском крае. Высотой 33 метра возвысилась над селом Гайкадзор церковь святого Георгия Победоносца. Идея строительства церкви возникла еще в 1992 году. Тогда же установили хачкар, а в 1995 возвели часовню святого Саркиса. Но потребности всех прихожан небольшая часовня удовлетворить не могла. В сентябре 2009 года начали строительство церкви. Мовсес Зурначан. Это его первый и последний проект. К сожалению, конечно, он не дожил до того, чтобы увидеть вот эту красоту, которая строится. Он буквально целый год занимался, когда я обратился к нему за помощью, чтобы он спроектировал церковь. Он специально выехал в Армению, чтобы посмотреть как раз стиль, потому что до этого он никогда не проектировал церкви. Церковь строят в лучших традициях армянского стиля. Центрально-купольная архитектура, оригинальный орнамент, отделка из розового туфа, вулканической породы. Изнутри церковь украсят орнаментом из туфа и киликийского камня. Росписи, как таковой, да, в армянских церквях нет. Человек, заходящий в храм, его ничего не должно отвлекать. Он приходит для молитвы. Из Воронежа привезли 12 колоколов. У каждого свое звучание. Средства на строительство храма собирали всем миром. 16 меценатов, армянская община, помогали прихожане. Русские, греки и евреи в том числе. Не только анапчане, но и из других городов и стран. Церковь – настоящий шедевр. К концу года работы по строительству и благоустройству территории планируют завершить.